Эту девочку я назвала в память о моей Лире. Девочка прожила со мной почти 16 лет. 2 дня назад она ушла. Моя первая лохматая душа. Моя Лира. Это удивительно, что она столько лет прожила рядом. Учитывая то, в каком состоянии я нашла крошечного ребенка, который лежал возле мусорки и высох настолько, что когда я взяла ее на руки, я боялась, что сквозь пальцы просыпятся косточки и шкурка. Никто не верил, что Лира выживет. А она не только выжила. Она прожила со мной 16 лет. Она первая собака моей лохматой души. Друзья хорошие мои, у нас очень тяжелые собаки. Вы сами все это видите. Денег на стационары у нас нет. У нас просто их нет. Поэтому все силы мы бросаем на то, чтобы все процедуры делать самим. И мы делаем все фотографии, все видео, все, что мы делаем, все перед вами. Да, это трудно. А порой это так страшно, что даже прикасаться к собаке страшно. Ребята, я понимаю, когда в клинике лечат профессионалы. Это здорово. А как оценить работу тех, кто то же самое делает дома? Несмотря на боль, несмотря на страх, несмотря на то, что руки дрожат. Ребят, как оценить работу тех, кто всю жизнь кладет на то, чтобы спасти чужую? Скажите, мои хорошие, а еще скажите, что делать, когда помощи почти нет? Что делать, друзья? Thank you.
если мы никому, никому не нужны в нашей стране. И все, что получает приют, это проверки, это штрафы, а помощи ноль. Ребят, мы не нужны государству, но, может быть, мы нужны вам. Ну, прошу вас, помогите нам сохранить этот островок добра. Прошу вас, ребята, пожалуйста, давайте останемся людьми. Давайте чувствовать себя людьми. Прошу вас.